Бля, ну вон там зеленая мигает. Может туда тогда Куда сходим? Он? Давай. А нахуй мы идем в эту пещеру, если мы топор ищем, блядь? И мы сейчас ну, с другой стороны. Ладно, идем. Давай пойдем искать топор, хорошо. Сейчас весь чат нет, будет. Нет, нет, нет. Кирилл, у тебя ж не такие подписчики были. Блять, я ничего не делаю, ёпта! Господи, дает, что ты бездарная. Привет, ну, оскорбление. Привет, шлюшка пишут. Ну за что? Что я... Ой, модераторы пускай банят. Весь чат в этом. Ну это бот, это бот. Я чё сделал, блять? Это Братишкин. А, да, 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 да. Или Куплинов. Куплинов. Скорее всего. На меня вчера Куплинов хейтрейд кинул, прикиньте. Да мне тут не приходили, я просто их игнорила и все. Ага, чат с ником Фуга пишет, да, это от Братишкина. Палево, блядь, потом мы расходимся. Нет, так Братишкин Майнкрафт играет, а Фуга это майнкрафтерская тема. Да. А я кушать хочу. Кстати, а как сервер Братишкина называется? Никак. Хочу, хочу проходку купить, как? Самый лучший сервер это Попленд. Я хочу у него проходку купить. Так у меня, Попленд называется Попленд. Давай на гору, Игорь. Мы говорили, что у Братишкина офигенный сервер. И проходка не 3500 стоит, как у некоторых, а чуть подешевле. Мира, у меня! Вот, поэтому... Попленд, Попленд, Мира. Я отныне просто больше не слушаю Миру вообще. А ее для меня не существует. Очень некрасиво. Это было, просто конечно. Пиздец. Да. Для топора нужно раскопать машину рядом с машиной для гольфа бункер. Да. Реально бункер раскопать? Да, вы видели машину для гольфа, я понял, да. А, мы там жили возле машин для гольфа. Да. Мне мокро, холодно, блядь. Еще и Мира нахуй. Пойдем я тебя пуксогорею своим телом. Мне благодарности в чате пишут, говорят спасибо, что замутил ее, наконец-то никто не будет чавкать, блядь. Эти шоу. Это я чавкаю. Девчи. Хейтрейд от пятерки, блядь, прекратите писать да это. Да я ничего не делал. Да всем своим видом, блядь, показываешь, что надо хейтить всех и рейдить. Чего, блядь? Ну какой ты мудак, блядь. Единственный, кто может скинуть хейтрейд, это Братишкин. Да, да. Это факты. Игорь, если ты мне друг, ты больше не будешь разговаривать с Мирой. Это очень некрасиво. Знаешь, мне кое-кто говорил, чтобы я перестал общаться с тобой. Кто, мама? Нет. Мамонт. Я этого не сделал. Ты реально Миру офнул? Да. Она просто извиняется, а ты молчишь. Может, разбанишь ее уже? Ну, если она извинится... Так она уже извинилась. Не, я не слышал. Тихо, мне извиняться. Ну, давай, разбани, она извинится. Я разбаню. Мира, давай. За что я должна извиняться? За то, что пришли подписчики Кирилла и начали меня оскорблять? Ни за что. Не все, конечно. Подожди, почему ты думаешь, что это подписчики Кирилла, а не отбросы Кирилла? Те люди, которых он не замечает, и они решили взять и на тебе вынести вот этот Это именно неадекватные какие-то зашли, потому что я была на стриме Кирилла. У меня все адекватные. Вот именно, они ушли от Кирилла, они стали как раз мне подписчиками Кирилла. Токсики, токсики, они меня тоже, Мирочка, оскорбляли. Ну, такого я не... Тони, расскажи вот эту историю про то, что как-то там со своими подписчиками писал гадости. Прикинь, Мира. Да. Когда у нас подождите, так мне размучивать Миру или нет? А, она извинилась. Я не слышал. Вот. Как ты замутил? Короче, вот эти друзья Кирилла там как-то Ека и вот эти все дела говорили, что мы попленд-овцы, плохие слова говорили, что на меня эту Струганину. Бля, Соня, ты пиздец, там, просто... Вот расскажи про Стругали, то что Стругали на сервер. Да, серию, они говорили, мы Стругаем на ваш сервер, на тебя, пиздец, Соня, блядь. На твоих попленд-овцев, типа да, они да, дети, да, там да. Вот такое писали. Я это подтверждаю. Я больше не буду. А как-то я такого не ожидала. Да, и самое главное, знаете что? Кирилл смеялся. Смеялся, да. Нет, чтобы взять, остановить, как-то сказать, ну, некрасиво, как бы сервер моей девушки. Да. Соня, подавай на развод и переезжай ко мне. Блять, меня Миру размутил, походу. У меня большая двухспальная кровать. Тебе понравится. Прикинь, Нинго. Я тебя жду. Хорошо, Мира. Про Струганину, да, это жестко, конечно, было. Никакой поддержки не видно. Фуга 15 написал.
Пятерка сосать, мира лучшая. Спасибо, Фуга 15. Ты самый лучший. Может, он точно не мой, да? Вот тот, который Фуга тебя обсирал, это мой, блядь. Спасибо большое. Блядь. А потом знаешь что, Игорь, знаешь что потом? Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Приходил потом как-то, приходил как-то, да? На стрим? Нет, играл на моем сервере, когда СП сломалось, прикинь? Ебать он лицемер. Ну я так и знал, я это понял еще по бункеру, когда он такой, ебать, я не болею. Подождите, ничем, давайте вот это залутаем, чего вы прошли мимо, блядь? Я уже почти к бункеру подошел. Давай сюда залутаем. Ебать, реально бункер, охуеть. Да подождите. Я копаю. Посмотрите, стоп, просто откройте карту, посмотрите, где мира. Ебать, реально дверь огромная бункера выкопал. Да подо... Ну, блядь, ну ты серьезно, блядь. Бля, нихуя, она из золота прямо. Пиздец. Чавкала в чем. Блядь, тихо! Тихо! Лось! Лось, блядь! Лось! Тайзер! Да! Подожди, Пу, где, готовь где, оружие! Где? Готовь оружие, блядь! А где лось? За мной, просто иди за мной на картах! Да, реально, на картах, блядь! На картах, а сука! Оружие брать или что? Нет, какое-то оружие, я его тайзером хуярю и. И быстренько, блядь, мы его хуярим топорами там. А где он? Да, да. Он в ту сто. Вот он, лось пук. Где? Ебать, Вася. Я вижу. Подожди, не спугни его только, не спугни. Давай. Ебать, он гигантский. Все, подхожу к нему. Готовься. Ебашу. Блять. Сейчас я его ебану. Он промазал? Нет. Все, ебанул лося ебаного. Пошли нахуй. Соберите его голову. Ебать, убей. Давай, разделывай, уебка. Разделывай, уебана. Миру подождать, чтобы больше было. Обычная кожа. Просто обычная. У меня сколько? Пиздец. Спасибо, кстати, что подождали. Блять. А рога там с него или что-то Полная хуета. Такая Амиру залупа, подождать. Блядь. Полная залупа. Подождите, Миру. Все понятно. Я рога хочу спиздить его. Угу. Раньше головы можно было, кстати, это забирать. Угу. Блять, так что-то это хуйня какая-то полная. Ты настоящий охотник, Фок? Да, я копаем, его шокером копаем. Уебал ему прям Мира, в нос. Копай. Да подождите, ну не копайте, я тоже хочу попробовать, блядь. Ты почти откопал уже. Пиздец. Блядь, вот такой ты друг, нахуй. Ну вы тормозы, блядь, чего так долго? Даже Мира пришла. Это как оскорбление звучало сейчас. Ну она раньше. Так это могила, ёпта. Какая могила, блядь, это бункер. Ай, горю, блядь, туши! Лопатой потуши, блядь, Кирилл! Ай, блядь! Бля, зато... А, пучка, блядь! О. Поехали. Погнали. Ебать. Ахуеть. Давайте тут жить. Давайте подожди, тут. А мы ж тут были, не? Нет, о, открываем. О, открываем. Так, ребят, я вам скажу одно. А? Можете меня подождать, я пойду пописью. Ладно. Ой, я бы тоже сходил. Все, не уходите, пожалуйста, я пойду посту приду. Фук, давай тогда костер разожжем, мясо похаваем. Давай. Гляньте, теперь тут светло, музыка приятная. Блять, пиздец, 4 мяса с целого лося гигантского, 4 мяса, блядь. Единственный плюс, это то, что типа... от лося много мяса. Не, я 4 мяса всего лишь поднял. Или а, этот, вот это все ты с лося подняла? Да. А, ладно. А мне можно одну съесть? Да. Спасибо, друг. Мне кажется, этот газ не просто так. Давай не спешить, Пэк. И еще, подождите, пушку. Вот тут чел валяется, у него патроны. Вот у этого чела. 3 патрона, да. Угу. Патрон в патроне. Ой. Там дети. Ети? Дети. Дети. Да давайте тут жить, чё, блядь? Тут, смотрите, холодильник. Да, нихуя тут. И мясо есть. Не идите дальше, это будет конец игры. О, гля, принтер. Еще один принтер. И, Мира, Соня, делайте эту склянки. Да. О, ключ-карта. Где? Вот тут лежит. Да, взял. Все, есть. Карл Плантер. Хейтрейд от пятерки. Заебали, блядь, не пишите.
Короче, владелец этой карты... Умер. Умер. Да. Что за звук? Глянь, смокинг, смокинг. Где? Вот, вот тут. А, да. Давай наденем. Только не говори, где. Но я в мясе буду. Мере не говорит, где он? Никому не говорит. Мне? Спасибо большое. Спасибо. Сейчас еще себе. Как снять броню? Блять, она что там, раскопки, блять, проводит? Я красиво выгляжу, посмотри. Охуительно. Спасибо. Кайф. Так, что тут еще можно? Гля, это вот эта золотая броня, которая в конце будет доступна или что? Пишу то, что чела можно откачать. Вот этого нахуй, он выглядит как нихуя не откачан. Ну, типа, посмотрите. Он уже все, блядь. Может, его тоже можно оживить? Как этот лист вонючий убрать? Чего не убирается? Какой лист? Как? Сонь, зачем ты это сделала? Бутылку себе делай, бутылку, блядь. Бутылку делайте делает? Себе. Да, склянку. Блять, они себе броню хуярят. Это позор. Ну я не сани твои ёбские делаю. Так, ой, бутылку вы себе сделали все, чтоб вы пили? Да! А то что, жил чел, он нас не дождался, что ли, или что? Я забрал пластинку музыкальную. Мы музыку можем слушать? Видимо. Так. Все, все сделали? Да. Поехали. Теперь я делаю? А что ты делаешь? Блядь! Броню. А ты думаешь, стоит на броню закинуться? Ну, мне кажется, а что еще? У меня есть сани, у меня есть эта хуйня, что мне еще? Блядь, ну у меня еще нет сани. А лазерный прицел вы тут подняли, да? Где? Нет. Где? На столе. А, реально. Еще ебануться. Записка какая-то. Угу. Просто давайте. Ебануться. Так давайте тут жить, ля, тут охуенно. Сани имба, они помогают жестко. Надо делать их по-любому всем. А, для тех на брони батарейки, блять, нужны. Чтобы сделать именно. А, она у тебя же светится, да, реально. А как, а да. Как заряжать их? О, тут еще масло. Mm-hmm. Топор, топор взял, топор взял. Ой, прости, пожалуйста, Соня, прости, блядь. Где, где топор? Ебать, топор, 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 ребят. Топор, топор, чё, пиздец. Где? Ебануться. Все, я где, взял где? Топор. Я тоже взял. Так, а где он? Ага, вот. Ой, блядь, он еще медленнее, блядь, чем... Блядь, скажи, что здесь нету нахуй топора, да? Так вот он, где? Топор, блядь. Где? Ты чё, вот ёбнулся? Вот у меня тут. Нету. Блять, он еще медленнее. Ебать. А ну-ка. Ебать, это имба, просто имба. Ты уверен? Да. Уровень. Ну, это самый сильный, самое сильное оружие рукопашного боя он в игре. Он не намного сильнее, не прям. Он не сильнее катаны. А, возможно. Все, валим отсюда. Блять, заправьте принтер, пожалуйста, мне не хватает сотки. Так тут есть, вот, ты взял? Я взял. Мир, можешь закинуть, пожалуйста, в принтер? Теперь пойдем туда, мне там доделаем сани в той хуйне. Давай. Не буду вот говорить, что меня захуяли. Ой, блядь. Ебать, гандоны! О, тут масло, масло. Ребят, масло для принтера. Вот где я. Кирилл, где я? Ага, где? Ебать, топор с двух ударов рубит дерево. Это имба, это пиздец. Реально? Да. Я горю. Три. Я горю, ай. С пяти. Спасибо. Я сейчас сдохну. Ебануться, одного удара чела убил. Он, там их много, там четыре чела сверху. Красные такие, которые бля, жесткие. Бля, а эти уже в золотых масках к нам прибегают, это уже там, пиздец. Там. Ай, блядь! На нахуй. Реально с одного удара, пиздец. Чё это? Ты кто нахуй? Ты красный вообще был, кто, блядь? Какой они были?
Хейтрейд от Миры! Мира! Блять, вот оно что оказывается. Блять. Мои подписчики самые еще добрые. Они не могли. Это мои самые лучшие. Нет, это мои у меня самые лучшие. У меня самые лучшие. У меня. У меня самые лучшие и добрые. У меня. Я их очень люблю. Их целых два. Не угадал. Больше ничего не видно. С днем рождения, летчик из Питера. С днем рождения. Спасибо. Котик, это лучшая карта, блядь. Да. Так ты мне скидывал же в личку. Блядь, ладно, я загуглю. Минус вся броня, да. Фрик Сквад, полная хуйня. А скажите, пожалуйста, вот эту штуку можно как-то зарядить? Электродубинку ж можно ее как-то зарядить, да? Блять, хейтрейд от 3D принтера. Блять, какие санки это имба, это пиздец, я просто еду на них как на машине. Блять, я тоже бля, хочу я еду, санки. Я еду, я плыву, я делаю все, что хочу. Подожди, они плавают? Да. С 3D пуртером? 3D бургером. Ладно. Бургер. Мира читера налетает. Да, Мира читер летает. Мира, скажи, пожалуйста, бургер. Мира, за тобой этот. Я тебе что, клоун повторять? Я могу повторить, если надо. За деньги, да. За деньги, да. За деньги, да. 10 рублей. Ладно. Бургер. Это, кстати, фишка Мира, реально. А если я что сейчас мира? Возьму себе шаурмяу, ты доешь, если что, за мной? Да, доем, Соня. Бургер. Мой член, это бургер, она хавала его утром вместе... на завтрак мой уборщик. Блять, друзья, пожалуйста, помогите. За мной бегут аборигуны. Кирилл, зови Соню в следующий раз на запись трека. Ок, тебе помочь? Да, на меня напали уебаны. Ну сейчас я тут этих уебанов тогда еще убил. Пришло два человека. Но она на бункер согласилась. Ну, я тебя жду. Было бы три. Ребята, донайте мне по 11 рублей, пожалуйста. Я хочу кушать, блядь. Да донайте мне тоже, я тоже хочу дом. Нет, мне 15, мне 11, можно? Можно мне 10, хотя бы жвачку там куплю. Я за 11 в рот дам. А я пизду дам. Ужас, Соня, осуждаю. Это мой выбор, ты что осуждаешь? Пойдем, Игорь, дальше. Кто пойдем, смотрит? Мизулина? Кто такой Артикс? А кто такой друг? Артикс? Артикс это школьник какой-то. Это когда лишь только наглый ждет успех. Артикс это оксимирон и шок. Засунь себе в рот глок лошок. Осуждаю. Осуждаю, это из песни. Максимально осуждаю. Это я извиняюсь перед всеми, кто мог обидеть. Ой, так тут будет эта сосиска гигантская. О, ключ-карта! Блядь, скинулась нахуй! Блядь, ура! Ну ты мудак, блядь. Подожди, или нет? А чё тут сидит, блядь, чел? Стрелы кто-то делал, посмотри, кто-то без нас заходил. И чё дальше? Их забрать можно или что, блядь? Заберите стрелы, нет, кто oil, их делал? Закидывай, это не стрелы, это ойл закидывай, оно делается с Аней, у меня так же делались. Вот, 99. Ой, батарейки, о. Возьмите тут. Да. Ебать, Милян! Милян, спасибо огромное. Забирай, Кирилл. Что, блядь? Тут теперь ноль, нахуй. Ты только что 800 ойла слил? Стрелы скрафтились и ноль стало, блядь. Милян, спасибо большое. Блядь, у меня только 350. Дайте, пожалуйста, на санки. Ну, мы вылезем, потом еще раз поспим. Ой-ой-ой, спасибо большое! На еду мне скинули! Милян мне скинул на еду! И мне ебать. Милян скинул! Капец, я сейчас возьму это, на эти деньги шаурмел все и закажу. Спасибо, Милян! Спасибо, дай Милян, мне в рот! Милян, ты такой крутой! Милян, мы можем в рот дать! А, ебать! Ну да, Милян, спасибо тебе огромное! Спасибо! Ой, спасибо!
я перепутала. Вы батарейки взяли, Мир, взяла? Миллиан за 100, он написал на еду, пусть Кирилл голодает. Спасибо, Миллиончик, спасибо большое, ты самый лучший. Самый-самый-самый человек дорогой, самый нежный, самый родной, самый-самый-самый безупречный роман, и его когда-то придумал сам. Давайте спать, давайте. Да нахуя, чтоб ночью проснуться, блядь? Да давайте спать с мужчинами! Стрелы взяли? В GTA RP. Блядь, у меня идея мега охуительная. Мы поднимаемся сейчас наверх. Так там же карту еще надо использовать. Да-да-да, мы поднимаемся наверх, строим палатку, Соня перезаходит, мы опускаемся, берем еще батарейки. Вот они лежат. Вы взяли на полу? Вот тут батарейки на полу еще лежали. А где, блядь? Вот прям где я стою, посмотри. Значит, взял. И на полу взял. Видимо. Ну ладно, давайте спать. Да нахуй я спать, блядь. А, Сонь, вот тут прям перезаходи, перезаходи нахуй. Мне батарейки нужны. Да я тебе дам сейчас, блядь. Большие, толстые, снизу которые батареек. А, ну сейчас подожди. Снизу которые толстые? Толстые батарейки, снизу обычно. А, ну нафиг. Мне одни нужны, одни, пожалуйста. На еду. Ну, пусть Мельшер голодает. Ой, Миллиан, спасибо за 10 тысяч. Это не они, Сонь. Он точно не мог тебе задонить, потому что он сказал. Лапиал, спасибо! Он мне задонатил, сказал. Миллиан, спасибо за 100 рублей! Спасибо за 500! Это фейк, Миллиан. Какого хуя, блядь, мне 100 он кинул сейчас. Спасибо за 500, хуй знает кто, спасибо. Я тебе скинула, Игорь. Ебать, челюдь, завидуйте. Спасибо, держи сердечко. Челюдь, смотрите, у меня 4 брони золотой. Да, а почему у тебя теперь лапка какие-то золотой, коротышами стали? Лапка в виде чего? Ну, коротыши стали какие-то эти лапки. А, ноги? Ну, да. Бля, как же Кирилл завидует, то, что у меня охуенная броня. Не завидуй, Кирилл, пожалуйста. Игорь, ладно, я не буду. Спасибо, друг. Ты сильнее этого, это того не стоит. Да, только ты мне тогда свою костяную отдай. Игги Поп! Спасибо за рейд в компании 4 людей! Спасибо. Спасибо за рейд! Спасибо, друг. Я охуел, блядь. Ай, за ленту. Господи. А как слезть с санок? А, когда остановятся, ты их поднимаешь руки. А пока не остановились, я ничего не могу делать? Не, нельзя. Охуенно. Нифига себе! Чё? Спасибо, хуй знает кто, за 1000! Офигеть! А что за хуйня? Я себе тоже теперь хочу такую броню. У меня охуенная, у меня 5 брони такой. А сколько она стоит? А, ты зашел, Кирилл? Ты открыл карточкой? Нет. А кто открыл? Дверь открыта. Я открыла. Фух, ты не туда пошел, зябл. А я катался на санках. Ща, подождите, я себе тоже теперь хочу такую броню. А ну нахуй, блядь, охуеть. Ну подождите, суки, вы ебаные, блядь. Мира, пошли лутаться быстрее, чтобы Кириллу не досталось нихуя. Друзья, я иду. Дайте чуть-чуть, пожалуйста, смолы. Хейтеры. Бедный Кирилл, бедный Кирилл. Я дала смолы. Блядь. Иди ты нахуй. Подождите меня, вы суки! Давайте спортом заниматься. Давай. Мне блядь, не нравится. Блядь, кого-то Шрек. Сексом заниматься. Блядь, какой-то секс. Мне кажется, каким-то сексом тут занимается. Блядь, две брони. А почему шарик нельзя взять? А что тут вообще можно взять? Ой, а тут кама много какого-то. Самый-самый-самый человек дорогой. Самый нежный, самый родной. Нихуя. Нихуя, блядь. Вот тут бы палаточку разбить на кайфе. Самый-самый-самый безупречный роман. Давайте реально тушить, смотрите, как охуенно. Тут дети. И его когда-то придумал. Они плавать не умеют. Они плавать не умеют, они его. Так, у меня минус 2 брони. Где Вагинака? Вот, в том комнате. Вот они. Игорь, тебя хуярят! В смысле? Блять, какие вы мудаки ебаные, блять, они друзья. Я сказала. Спасибо, Мира, что ты там сказала? Это не Вагинаки, да. Я не могу громче.
А ты попробуй. Не могу. У меня сейчас нахуй вылетит игра. Ты проебал уже всю броню, которую накрафтил? А какой да. Игорь, да крик? Смотри, смотри, Игорь, смотри. Смотри, готов? Где ты? Где ты? Блядь! Охуенно, блядь, у тебя санки есть? Сейчас. Бля, я считаю, что чел, у которого есть санки, он прошел игру. Да. Да. Все, идем или нет? Куда идти? Я не знаю. Подождите. Блядь, я на Alt нажал, чтобы просканить, блядь, всю территорию. Вот эту зону давайте оплутаем. Да, пойдемте туда. Ну, ну спасибо. Тут бензопила пишут. Не пройдите мимо, тут бензопила. Да, да, да. Да. А как можно ли? А как тебе ее запитывать чем? А, бензином вот этим ойлом. Ух, давай в баскетбол поиграем. Баскетбол ногой. Баскетбольчик. Так, что тут? Ой, баскетбольчик. Энергетик. Я нашел спортивный костюм вот тут, где я. Кому нужен? Мне все надо, Игорь. А вот где я прыгаю? Такой? По, Мир, к тебе кто-то подбегает. Где это Игорь? Да. Где, 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 где? Я вот прыгаю. А, все, вижу, все вижу. Спасите этого Кина, пожалуйста. Пожалуйста. Бедная Мира. Ее имя Мира Полсон. Так это ж не Вагина. Реально Вагина. Это Вагина. Мира умерла. Ну чё ты, Бу, как ребенок дерешься, ну? Чел сидит на кресле, у него комбинезон. Где? А чё-то я не заметила спортивный костюм. Кресло мягкое, сидит чел, там комбинезон. Ты будешь её раздевать? А, да, давай, Пупсик. Давай. Раз, два, три. Батарейки... Вот это вы накинули, сука. Где батарейки, Соня? Я говорю, что бензопила тоже батарейками типа запитывается. Чё, блядь, это антиреальная хуйня. Да. Я еще дальше куда-то прошел. Я эту пижаму нашла. Вы прошли бензопилу, пишут. Пила, это... Ладно, пофигу, видимо, да. Вы прошли бензопилу, пишут. Иду. Где, Сонь? Вон тут пижама была, вот она, смотрите, в углу. Вы прошли бензопилу, пишут. Ну мы сейчас найдем ее, мы-то тут все обходим, смотрим. Я уже нашел дальше пошли. Проход. Не пошли впереди. Вот, смотри, смотри, вот у нас, да? Ну, тут типа уже по-другому все. Бумажка какая-то. А-а-а. Надо наверх тут по лестнице. Тут да, я иду. А где бумажка? Ну, там просто лежала. Я даже поднять не знаю. Я могу тебе дать это... Просто... Нихуя тут, блядь, жили сейчас, люди, блядь. Сейчас. Вот бы нам такой бункер. А твой дом так же блядь, будет в подвале? Вагинакус! А? Твой дом в подвале так же будет выглядеть? Да, да. Так, сейчас я тут... Блин, это очень круто, сейчас. Что ты подвал решил сделать. О, толки скинул, толки скинул. Спасибо, толки. Ну, ныем, спасибо за 500 рублей! Ай. Ебать, Вагинак минус 2 штуки снимает. Да, Вагинаки такие, да. Так, вижу чела на мягкой хуйне. Дальше чё? Да, да, да. Да. Ну. У ну. него есть бензопила. Нету. Мира, тебя убьют, блядь! Как можно было в инвентарь зайти, когда он тебя хуярит? А, так мы... Мы тут разве не были? Не были, там ключ-карта была. Нет, снаружи. Там же тоже бункер какой-то был, помните? Гля, вот чел лежит на... Лежит. Сидит. У него во рту гитара и деньги. Куча денег. Как же круто. И бумажка какая-то сюжетная, видимо. Блять, удерживайте ПКМ, чтобы что? А, для блока? Хуйня. Гитара! Я гитару взял какую-то. Пиздишь? Нет, вот здесь за столом лежит гитара. Это самое сильное оружие в игре. Рил? Нет. Подожди, а я и не вижу, где она у меня. Вот, дофига денег. Я где? Гитара коллектед, на столе лежала, блядь, гитара. Меня нету. Вот, где я, иди. Нету. Вот тут гитара лежала. А, нету. Подписчики, а что я сделал? Я гитара коллектед. Побольше за 1000, как и обещал. Рам! Спасибо тебе за 300 рублей, блядь! Ты самый лучший! Друзья, я вам могу сыграть на гитаре. Спасибо, Рам! Это ты самый лучший. Мир, можно я тебя ударю гитарой?
Спасибо. Я ключ-карту нашел, ебануться. Ко мне идите, ключ-карта новая. Игорь, гитара, Игорь. Да. Тебе немножко не хватило. Да идите, но если я поднял, значит все же могут. Я тебе говорю, что там нету, у меня ничего нету. Приятно. Пук, подойди, давай, пожалуйста. Ты ключ-карту взял? Нет, сейчас. Можете, вот здесь гитара лежит у тебя, Пек? У меня нету. Я так испугалась. Пук! А. У меня нету. Вот меня здесь нету гитара, ёбаный рот. Спасибо. Нет, если, Кирилл, она, если видимо, честно, только... она какая-то человека, хуйня, ну, быстрая и очень слабая, пиздец. Она только у тебя. Там ключ-карта, ребят, идите сюда. У нее меньше, чем у топора урон, нахуй она... Ребята, нужна ключ-карта! Я знаю про коридор, я потом... Подожди, где туда она? Где она тут? Ебануться, дверь не работает. Откройте, попробуйте дверь, у меня ключ-карта вторая. Подожди, надо, наверное, чтобы все собрали, блядь. Нет, ко мне, Кирилл, тогда ко мне. Я... Где? Вот я стою, ты его заберу. Да, я вот эту хуйню облутаю сначала. Так, я взял ключ-карту, она фиолетовая, по-моему. А, нет, она фиолетовая, а там дверь синяя. А вот тут какие-то кусочки бекона, да, брали? Нет, не брали. Где Соня? Да мы пойдем в коридор, я увидел. Тут на столе, Мирочка. Сейчас, погоди. Бля, вы серьезно не собрали? Или вы прикалываетесь? Нету гитары, правда. Нету, Кирилла, она только, видимо, для одного, типа, кто успел. У кого синяя ключ-карта, посмотрите. Давай я просто попробую, но вряд ли. Давай. Нет, не подходят. Мне тоже. Я знаю, это кто. Спасибо большое еще за 1000 рублей. Ахуя, блядь! У меня топовая озвучка на 5000, можешь проверить, если хочешь. Ебать, она байтит просто нахуй. Нет, даже, блядь, ты ребята, не, и глазом я говорю, не моргнет. Спасибо, а если, спасибо! Если... На 5000 рублей, скидывайте, пожалуйста, мне пятерку. Если ты задонишь, обосрутся все, кто в дискорде. Ебать, охуенно, блядь. Игорь, давай ее замутим. Давай ее замутим, блядь. Все, я мучаю нахуй. ХЗ, кто там, спасибо за 11, блядь, рублей! Ёбаный рот! Пиздец, почему мне 11? Часа 1 миллион задонатил, ёбан. О, гля, подождите, а тут еще дальше есть. Этот коридор я открыл, тут бензопила будет. Гля, это уёбки, они живые, блядь. Да. У вас бензопила, да, есть? Да. Не, подожди, Игорь, дай-ка я... А все смотрели «Человек-бензопилу»? Да. И как вам? Охуительно. Слушай, а что-то они... Мира, он умер в конце. Смотри. Это позор. Вот смотри. Да. Он встает, и потом он опять сейчас сядет. Смотри. Он не агрится. Рам, спасибо тебе огромное за 300 рублей. Спасибо тебе большое. Спасибо за 100 рублей. Рам, ты крутой. Реально. Делать с Куплендом и СП совместный ивент. Что такое? Можешь спросить у Сони добавить слэш секс на Купленд. Мире 5000 донатили. Это может быть... Нифига. У меня донат крутой от 10к, друг. А у меня на... У меня на 10к... А у меня на 4 пятерки. Я показываю. Спасибо, ноунеймся 5к. Спасибо. Давай разделывать это. Спермозную. Разделывать будешь? У меня сбор на лечение моего головного мозга. У меня проблемы. Я болею. У меня проблемы с головой. Я долбоёб. Блять, да. Игорь, тут еще один есть длинный проход. Кирилл, тебе привет от Фуфила. Охуенно. За 11 рублей, кстати. Спасибо большое. А вы чего не забрали бензопилу? Где она? Там? Да. Ебать. Фуфил, спасибо. Блять, у меня нету. Она на батарейках. У меня есть. Где она? Все, вот у мужика, есть? Вот, блядь. А, я взял, я даже не заметил. Все, давайте кино смотреть. Порно, давайте смотреть. Давайте порно. Хуй знает, кто с Мирочкой. Давай. Садимся. Я села.
Понятно, спасибо. И мне очень приятно во время и секса. И мне очень приятно. Плюс в чат, кто любит секс. Так, пойдем еще, смотри, там еще есть проход. То есть, получается, если я тоже какие-то всякие донатики поставлю крутые, смешные, то это мне тоже будет по 5к. Да у меня на 10к, вы охуеете, блядь, а на миллион вообще, блядь, сдохнете. Дима Скрынник, спасибо! Смотри, смотри. Спасибо за 11... Не, на 11 рублей у меня хуйня, вы донатите 10 тысяч. Бля, такая хуйня. Ребят, а мне не нужны ваши деньги. А, гля, на ПКМ ты просто выставляешь эту пилу и идешь вперед, видимо, и все. Да, блин, где вы эту пилу взяли? Соня, они рофлят? Нет. Тут реально пила была? Там. Да. Может, ты... Не, я... 10 тысяч, блядь, клянусь, нахуй, блядь! Отъезд, кто? Блядь! Спасибо большое тебе! Ебать, нахуй, мой рот, блядь! Игорь, я тебя мучу, нахуй! Ван Лемон Кит, спасибо тебе огромное, пиздец! Мне нахуй стримить больше не надо до конца моих дней! Всем пока, ребята! Смотрите, тут развилка налево-направо. Это куда пиздец. Идем? Сосать, Мира! Мне десятку задонатили. Блядь, я тоже хочу унижать Миру. Блядь. Спасибо, Кирилл, блядь. Подожди, а как вы тут оказались? Ты самый лучший, реально. Спасибо большое, что у меня такой друг есть. Мне Кирилл никогда 10к не донатил. Спасибо большое. Вот в этом и познается настоящая дружба. В деньгах, блядь. Спасибо тебе большое. Ван Лимонский самый лучший, самый охуенный. Спасибо тебе огромное. Придется отсосать ему теперь, блядь. Блядь, а я все. Спасибо тебе большое. Спасибо. Я знаю, это кто еще за 3000. Спасибо. Да богу, мне 10 раз задонатили. Спасибо. Спасибо. Унижать своих друзей, сука. Блядь. Ван Лимон Кит крутой, реально. Спасибо, я в ахуе, блядь, 10 тысяч. Я клянусь, я все ахуе на 10 тысяч. Он сказал вас всех унижать, блядь. И СЛПшкой будет на днях. Блядь! Спасибо, Фридик стал! Спасибо за косарь, блядь! У меня 10 тысяч, наконец-то! Соси, Мира, соси нахуй свои там 3 тысячи, блядь, лохушка! Пошла ты нахуй! Это ужасно, это ужасно. Это ужасно. Это ужасно. Я осуждаю Кирилла. Мелфер Твич не осуждает, не, ой, осуждает Кирилла и тоже готов принять в дар еще больше денег. Капец, Лимон Кит мне 10к задонатил, тоже! Неправда, неправда. Шутишь, Тоня? Правильно! Ебать, блядь, он криптомиллиардер! Блядь, я случайно руку сожрал, это в честь тебя, Лимон Кит, блядь! Спасибо! Я ебнул, Кирилл, охуел, гандон, блядь, иди нахуй, на, блядь! Спасибо пошли, тебе, блядь. Спасибо тебе, блядь. Блядь, давайте захуярим Миру и съедим за это, нахуй. А за что Миру-то? 30к раздал? А кому ты еще кинул? Подожди, Ван Лимон. Спасибо тебе большое, Лимон Кит, за 10 тысяч. Ван Лимон Кит сказал, что он 30к сейчас кинул. Миру дерево упало. Блядь, на Миру дерево упало, блядь. Блин, спасибо, Лимон Кит, и хуй знает, кто подожди, вы лучший. Подожди, подожди, нас 4. Ливан Лимон Кит сказал, что он раздал 30к каждому потому по 10. Потому что он Мире не дал, потому что она лохушка ебана. Шара Мира. Вот нехуй попрошает. Ван Лимон Кит красавчик, блядь, лучший. Так ее отпустил, нахуй. Смотри, пока она на коленях, давай над ней издеваться. Сука, Ван Лимон Кит. Попрошайте, целовод тебя, нахуй! Нахуй! Нахуя Мир убил? Чтобы она на коленях стояла перед нами богами, нахуй! Мира, не слушай его! Мира вышла, Мира вышла полностью. Мира, не слушай его, он дурачок!
я мучилась, я не слышала ничего. А он про маму гадости говорил. Он завидовал. Он завидует. Я завидую, а ты мне завидуешь. У меня есть это, санки, блядь, и 10 тысяч, блядь. У тебя нет, тебе никто не донатит. Ты чё? Я, блядь, сейчас нахуй. Не, Мира, ему тоже донатили. Повтор, 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 повтор. Повтор, внимание, повтор, повтор. Зачем кого-то унижать? Правильно, правильно, я согласен абсолютно. Унижать кого-то это полная хуйня. Клип в чат. Не, это реально, это полная хуйня, согласен. Блядь, я когда вырасту, я стану One Lemon Kid'ом, это пиздец, реально. Давай эту хуйню в честь One Lemon Kid'а построим. А на кого лазерный прицел можно поставить? На дробовик. Нахуй он нужен на дробовике, блядь. Нет, не на дробовик, мне кажется, на арбалет можно. One Lemon Kid, это в честь тебя, вот эта пожарная вышка. Сейчас я доделаю еще, блядь. В смысле, это вышка в честь херзной цели? Нет, One Lemon Kid самый нет. Крутой, самый крутой. Хер знает, кто там сколько, 300 рублей скинул. Он скинул 10 тысяч. Да, да, верим, верим. А нам One Lemon Kid 30 скинул, и мы настолько друзья, что мы завтра пойдем и проебем все эти деньги в стриптиз-клубе. Да, ура! А я имя напишу Lemon Kid, и хуй знает. На грудях? Да. И скинь ему, и скинь ему. Не, ну Соть, вот... скинь мне, я на бусте выложу. Хорошо. One Lemon Kid самый крутой. Блять, у меня да просто ты... сейчас удалилась куча деревьев. Да, это такая там баг какой-то, Согул. One Lemon Kid классный. О, спасибо за 50 рублей. А, угу. Подождите, посмотрите, блять, на мой стрим, нахуй. Я не могу, у меня слэпы. Клип скиньте, я не верю, что ему кто-то донатит. Ля, она не верит, блять, она не верит! Я хотела сегодня. Алло, зачекайте, блядь, клепаните нахуй. Алло, клепаните, закиньте Игорю. Да, мы видели, похуй, да, там бак, да, да, мне поебать, мне 10к просто... One Lemon Kid закинул. One Lemon Kid это лучше, чем секс. Мне клип можно. Ну, Малыш, ты кем Ник Lemon Kid разбираешь? В смысле? Это я пишу тут Ник Lemon Kid, чтобы я. Мы в честь Lemon Kid построили башню. Смотри, вот он, Lemon Kid, смотри. А нахуй знает кто, тоже ему надо. Не угадала. Мне 10к закинули. Уфил, это неправда, спасибо за 10к. Это неправда, это неправда. Не знает кто уже 20к закинул. Я не верю, я не верю, я не верю. Пиздец. Ой, Санко, спасибо тебе большое. Я пока я не увижу, я не поверю. А если увижу, то скажу, что это монтаж, мне похуй. Я только готов поверить, если увижу на своем стриме от хуй знает кто 20 тысяч. Да, я тоже согласен. Кто? Спасибо тебе. Спасибо, кого? Хер знает кто. Спасибо тебе большое. Спасибо, ты крутой. Держи себе сердечко. Мы с Мирой будем напополам делить эти деньги, если чё. А вы до сих пор встречаетесь? Вы выводили свои отношения? Да. Спасибо. Мы просто договорились так снимать. Опять у Миры больше. One Lemon Kid. Она охуевшая. Спасибо, что помог унизить пятерку. Спасибо, мне очень правильно, унижайте пятерку мне, да. Она собирает, блять, она собирает себе там, блять, на день рождения сестры. У нее сестры даже нет, блять. Да, его наебали. Пиздец, наебала, блять, подписчика, блять. Это некрасиво. О, огромнейшее тебе спасибо. Вот бы мне 100к задонатили, блять. Я бы тебя выручил. Поднимите, пожалуйста, поднимите. Я поднимаю, я не поднимаю. Да я поднимаю, но да я нахуй заберу, надо, блять, на тебе бревном, блять. Ужас. А кстати, у меня на 20к самая скинерская озвучка. Да. У меня на 100к просто люди умирают, блять. Блять, у меня на 100к нахуй стрим заканчивается, блять, я иду спать, блять. На месяц причем заканчивается. На 100к вообще оглохнуть можно. Поэтому можете тестить. Блять, говоришь, что оглохнуть даже можно, сама шепотом разговаривать, даже подписчика не уважает, блять.
Позорище. А как ты сделал лестницу? А то я только как крышу могу сделать. Как ты лестницу? На спасибо кнопку, вам всем реально за донатики. Хер знает кто, напиши в донате потом освойник, чтоб я тебе модерку дала. Хер знает кто, ты вообще позорище, блядь. Разводишь подписчик. Хер знает кто, напиши в телеграм, мы с тобой встретимся потом, я приеду к тебе. А вы знали, что за 500 000 я сделаю на своем теле татушку? Минет в телеграме! Блядь, это правда! Я сейчас убью. Минчик торгует своим телом, походу. Я пещеру нашел. И тут пещера, ребят. Или мы из нее вышли? Мы из нее вышли. Да ебаный ты козел, нахуй. Я из мамы. Лучше